Череп узбивает Вакати, и мистер Бонд квадратику определенно и этот Фокси, давай. Там уже загрел кто-то. Элементаль воды. Мой, наверное. Через стан, если что, сбиваются. У меня все настройки аддонов после вчерашней херни слетели. Сбить стан. Фокси. Квадрат. Некогда. Следующий я собью квадрат. Ребят, я сейчас быстренько курицу докушаю и к вам присоединюсь. Это, блин, голодный будет сидеть. Я понял. Женя, слышишь, а не хочешь сейчас со вторым рейдом сходить? Я? Манов дохуя. Да. Мне без разницы. Давайте со вторым рейдом. А я Мендри возьму. А, что у нас престов дохера, а шаманов мало. Будет на второй рейд. А второй рейд точно будет. Даня соберет. Да я не говорю. Все замечательно, иди. Да. Тем более вы вон 16 человек вчера закрывали. Показали, что батьки. Паша, заберешь. А зачем мы их бьем? Череп. Этих может откинуть. Два этих надо убить. На всякий случай. Перестраховываемся, Даня. Перестраховываемся. Забери и череп, Паша. Кто упал, сам вставайте. Войт, прыгнешь потом в этого в шипешника, Мендри в ДЦ будет. Я в хиле? Я уже в хиле, короче. Нет. Хотя у нас хипава нет, давай, ладно, хил. Паша вообще здесь? Да, я пришел, я ж кофе и просил налить. Нет, ты не на замене, София. Или Софи, как там правильно. Игорь. Сережа. Так, почему не исполняете команду Релла? Поставь на этот пак метку на команде. Сразу заберу. Давай. Паша, ты забери командира, Женя, ты всех остальных. Паша, ты череп забираешь. А по милике пока не подходите, а тут летать будете, и под лицо не заходите. Вакати только прохиливать. Ну только он за дерево заходит. Женька, не заходи за дерево. Спасите, я под этим деревом. Мне нужна помощь. Так, почему АФК стоим? Шрика, покал. Сейчас будем минус... А, ну, меня забагалось. А покал пошел делать этот. Я вообще не в игре. Да блять, что вы их все водите куда-то? Ну ё-моё, ну куда ты, Паша, ведешь? Потому что меня выкинуло, мне нужно в рейд его развернуть или что, Саня? Ну стань просто спиной в дерево, в чем проблема? Я встал спиной в дерево, а этот вот подошел, откинул вот так же, как сейчас. Там с дерева все равно кого не упирайся, а то блин, редкий случай получается. Все равно кто-то улетаешь.
Ставьте сразу шкаф, засмоньте. Всех. Последних убьем. Да. А это, я так понял, это второй рейд сейчас будет. Я просто подумал, сейчас будет два рейда. Да? Это не сейчас. Это потом, в другой день, короче, да? То есть сейчас все, вы ушли, короче, у вас состав есть, все, можно отойти пока, да? Да. Ну все. Череп играем. По квадратику косты. Женька, ты сбиваешь. Я уже сбил. Череп. По квадрату следующий я сбил. Ставьте сразу шкаф. Здорово. Пошел. Здорово. В жопу. О, Андрей. Это я. Пойдем, поможешь. Куда? Мы войс прибить, блядь. Ставь кто-нибудь шкаф. Мендри засумонить надо. Войд в этого. А, да, блядь, бью в этом. Блядь, кто просто забил? Забери. Ваш ты. Слева кто? Убегаем. Влево, точнее, убегаем. Полометка падает. Хантики тоже сразу сняли. Ну, три ханта. Как взлетит, Паша, нажмешь лед. Вступление. Включи лед, побежали бить. На кого вешается метка, убегают Женя и Паша, дайте себе. Все, под лица уйдите, сейчас умрете, кто там стоит. Он на 180 градусов, кто, все, кто на речке. Вступление снимите. Конечно, тринки сильно апнули в угрозке. Сколько 45-я карта СПД давала? 700. Не, карта вообще баг читерская. Триня. Прям сильно читерская. Все, в принципе, давайте попробуем все бить. То есть Америки и РДДшники. Этот, Паша, держи основного. Ставлю на него что-нибудь. Женька, ты ловишь копии. А Мендер не убивал. Смотрите, лича. Кто? Она не убивала лича. У нее нет проходки. Да. Блять. Да как это? Она давайте. Ходила, блять, в рейде на фул.
Она забрала даже с Лича все. У нее первый этаж не зачищен. Первый не этаж не закрыт. Зашмоньте Легвайза тогда вместо нее. Войд, давай обратно. Оставь мне Легвайза. Куда? Да-да, Саша, оставь его, Саша. Ты что забираешь меня? Забрался, я уже пошел. Давай, Женька, тогда стой, хорошо. Давай, Женька. Закройте, 24. Столик дайте. У Эмобоя две проходки. Два Эмобоя тогда, окей. Давай. Вместо Легвайза. Сумоньте Эмобоя. На второй рейд у нас кто из луков останется? Джанг и... Джанг, конечно. Что будет, этот будет, как его... Ну, Кусяо, у него и основной. Нет. У Легвайза есть лук. Ну, если Паша зайдет локом, у них проходка есть. Все. Okay. Так, там мой не сумонится. Ладно, пуляйся без него пока, потом придет, не придет. Если нет, то будем 24 2. Все, пуляю. Пуляй там. Да, да, да. Войду закиньте инеры. Маша и Вол. Вол не кидай. Дайте я Геру. Ва, чего вы, блядь, раньше набираете? Иди себе эти мелики тоже. Да? Окей. Да. Ну тут 5 хилов. Подержите его, Паша. Когда будет отражающую луну кастовать, прожмешься. На разделение, Женя, готовься масс забирать. Не прожмись, Паша. Сейчас кого-нибудь шотнет, ничего страшного. Спасибо. Давайте под лицо волну заходите. Ой, закинь зубы по Дикей Майдок. Оверхил в Акати. И Саня нажми на сейф. В Акати держите. Прожмитесь оба, если есть. Все, что есть, либо кайтите. Еще одна копия. Прохилился. Маша, дай БР Лолу. Вакати, просто убегай от них. А Лолу дай БР по... по Void Spirit'у. Войд, как сможешь, закастуешь гимн. Милики, сейчас лучше отбегите, чтобы он не прохилился снова. Скоро будет откидывание. Милизону 2 идут. Кто-нибудь из танков, либо там паладин, хантер, загрите, убегайте. Не сработает. Все, просто милики свалите, Паша, пробуй держать. Блять, Сацуна сдох, правда. 19%. Заберите там третью копию кто-нибудь. Я его поковал. Да, давай, давай, как сможешь. Не смог. Нормально. Да, там ханту на одну тычку, короче. Боты закончились. Да. Прохильте, прохильте, главное там. Я только держал. Давай, 9%. Держите. Режет, ну. 8%. 7%. Да не убегайся так далеко, не жбить не можешь. Раз. Давай, 6%, 800 тысяч. Душили, ребяшки. Не стойте только на одной линии, а то он кривой. Под лицом. Блять. Пиздец. Я наблюдал за этим. Вставайте, побежали бить заново. Слушай, Саня, мы же расчистили всю платформу. Давайте в этом круге его купим. Нет? Да без разницы, извините, может быть. Просто убежали далеко, и РДшники кучу урона потеряли. Можно было кайтить, но не так далеко. Ладно, есть. Нам обои тут.
Мы вчера также, короче, в резке ФК-шку, блядь, целый час. Значит, кикнем сейчас. Окей. Не предупреждал ничего. Ну, Женя, шнурки. Захожу. Бля, чё? Выкинул. Ну, давай из морского. Да. Это же лучший сервер. Сервис.су. Блин, а у нас ни совы, ни шипы, да? Нет. Маша прыгнет в сову, либо Вол, если есть какой-нибудь сейчас добьём. Маша, давай их в сову. Сразу. А, у нас ДЦшник нужен. Давай. Поставьте шкаф с Монти из морского и полетим. Милики, там же оранжу лучше. Да. Давай этот... Короче, милики вначале бьют, потом он когда начинает откидывать, то есть на первую вот эту хуйню прижигания, бейте, потом убегайте. Поставьте шкаф. Да что с вами? Чё ты портал в Доваран даёшь, Марсель? А, Маш? Да, мы долгие пили. Санечка, можно я квестики поделаю и выйду спать? Ну, сейчас уже делаю, давай. Да. Ой. Ладно, давай без изморского. Короче, Маша, присумонилась? Да. Нет, не присумонилась. Что с вами такое? Ой, дай стамену. Ой, изморский зашел тоже. Давай его сунь. Да это же миник. Чем этот парень скипят? Пошли. Бить. Иди, Паша, гуляй. На том же месте, да? Да. Вначале идите бейте, милики. Сейчас только поставит. Геру дайте. Короче, начнет кастовать эту хуету. Бежите. Все, убегайте. Идите и кашите. Сейчас стаки спадут, чтоб он не отхилился. Все, не подходите пока. После разделения, после того, как он эту хуйню закастует, потом опять подбежите. Можете идти опять бить. На следующую эту хрень тоже отбегаете. Закастует. Отбежали. Да, чуть-чуть отхилиться. Паша, прожмешься. Можете бить. То есть он. Ваша задача отбегать, когда он отталкивает, кидывает. Он подсунивает подразделение. Если стаки. В лицо только не заходите.
Хотя, может, другой ливнул. Видишь, какой он здоровый. Все, добивайте. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Женя на трэше, на пулы на ВК, Типаша на боссе. С какой стороны в кого на пулю? Слева будет стоять Вакати, на него на пол. Первые роги на пулы в FDK мой док. Дайте еще Геру там не допавши. Тему трепета и на FDK Майдок закастуйте Войд антифер. Баба мог под ментами взять. Выжил бы. Ну там крылья, скорее всего, залетали. А, ну скорее всего, да. Мобов хантики напуливайте на Вакате. Паша будет кастовать фир, нажмешь массейв. И ты, Санька. По ДБМу через 7 секунд, там наёб был ДБМ. Готовьтесь, он быстро кастует, готовьтесь нажать. Вот сейчас где-то через секунду 2 будет кастовать. Берегитесь. Паш, чё не отдал? Я а не отдал раньше. Немного. Знаешь, тебе сказал, что время каст. Ну, но она как раз закончилась, когда я затаун. Босс, вы выйдете. Паш, проведи босса чуть. Ну, я двигался, я не знаю, что. Ты вот ты тут вот встань, вот тут вот встань. У него там, где линия огня появляется, у него он не видит тебя. Вот здесь встань, поближе. А ты когда страх дает, ты на себя сразу агри за это, там, за секунду. Да, когда каст идет, просто таунт нажми. Очень много РДД стоят близко к боссу и лутают фир. На дистанции 30 метров вы не будете лутать его. Да, еще одну геру для Бармингаля. Бегитесь. Вот видишь, она тебе сидит. Шкадоны поменял, перенес ДБМ влево, не вообще неудобно. Вначале сейчас привыкну. Ты разницу чувствуешь со всегдашним? Ну, 23 кадра в секунду точно. Что так можно? Сильно, да? Что ж вы раньше не сказали? Я сам эту фишку не знал, так что спасибо. Ну, всегда век, скажем так, живи, век учись. Сейчас снова всегда узнаешь. Век живи, век вайпайся. Ты что такое? Надо говорить. Не, вайпаться не надо. Слава. Ну, выхода-то нету. Да. Ты, кстати, не хочешь провести игру на магии КМ? А я пойду за ломами схожу тогда. Хз. Да я это, больничный взял, не знаю, плоховато мне что-то. Не, ну так ты скажи, как себя чувствуешь, если только чтобы ты до конца довел. Если не знаю. Лучше не надо, то... Лучше ну, не стоит, пока... лучше кто-то другой, чтобы поэрелил. Так в том-то и дело, что было бы кому, я попросил. Че там, Даня... умных людей нет, он тот же Сацуна может поэрелить. Я? Ты? Нет. Сидишь, он не умный.
Слава, если бы было, я бы попросил кого-то другого. Короче, это. Бери ДДшные, Егор. Сацуна тоже ДДшные. Войт и я СПДшные. Кидайте, я там уже по одному распределил. СПД. Все, кидайте обмен. Смотрите, будем бить по тактике, по которой еще один трай сделаем. Нет, то нет, как хотите сами. Женя, смотри, когда выходишь в портал, разворачивай на портал и сразу босса, там где портал. Если они пропали, они, соответственно, появятся в другой стороне, тоже разворачиваешь на портал и сразу. Последний выходит у нас... Давай, Слава, ты последний выходишь. Да. Ты будешь вместе с этим, с Крузикеем. Чтобы увеличить относительно начальный урон, первая метка, которая вешается на цель, она продолжает бить, и только когда падает метеор, она и бежит через босса до конца к стенке. Это увеличит, ну, урон, чтобы перевести его до второго метеора. У нас и так сейчас, допустим, кстати, хватит до второго метеора. Можно и так. Просто этот момент, кстати, я не знал. Ну, если можешь рассказать, расскажи, ну, просто сейчас, давай, пока. Убьем, он-то и так много времени потратит. В следующий раз попробуем. Чтобы уже научились бить. Ничего особенного. Первая метка, которая вешается, пока мы стоим на этой стороне, до падения метеора человек дальше продолжает бить. Когда все начинают перебегать, он просто бежит, ну, просто он прямо дальше бежит, как будто выносит вторую. Вот и все. Так, в том-то дело, что метка-то не всегда вешается. Короче, ладно. Этот... Готовность на пол. А я рыба. Слева от всего рейда рыба стоит. За ковром самолетом, рядом с собой. Вижу. Так, Паша, ты танчишь свет, в свете забираешь, потом забираешь во тьме. Ну, заходишь первый. Смотрите, а Женя выходит в свет. Я если что его проверчу, чтобы у меня было лезвие справа. Я на себя метку сейчас поставлю, вы все же за мной бегали, РДшники, когда я скажу, тоже в меня выбегаете, и просто бегаете, печеньки не умрете. Короче, Бран, Блуд Дрэйвен, чего не хватает, быстрее давайте. Рыба стоит. Все. Третий аура. Заходите все, за печеньки. Репоты на первой секунде, Паша, ты пуляешь на свой пул. Не заходите в босса, милики. На рейнджи бейте. Сацуна на диспеле. Тотем шнурки Женя выбили. Ох, выбили. Хватает вам. Метеор. Перебежали. В огне не стоим. Да, урона хватает. Больше. Два процента. Паша, готовься заходить. Заходи. Заходите и за печенькой. Совсем. Ломур, выбеги. Скоро будет лезвие. Милики в РДД зону в печеньку. Блять. Ну кто? Сказал же не диспель. Да я с диспеля с Ламур без диспеля обратно побежал. Молодец. Ты с диспелил? Блять. Уже это не дало даже пробежать. Пойдите. Нахуй только... ты сразу выбегаешь, Женя? Если они с диспелли, ты сразу выбегаешь. Тела не покидайте только, чтобы у вас игра не зависла. Ты ждал, неважно, что ты ждал. У тебя не диспелли, неважно. Ну это по-любому из-за этой тактики было, по-любому. Все, давай по-другой. Нет. Все умерли, вставайте. Не багнусь. Я думал, проканает, блядь. Таких, когда было 150 во втором рейде, не в этом.
Смотри, Жень, ты добежал до середины вашей территории и обратно развернулся. Если бы ты не развернулся и обратно не побежал, типа никто бы не зацепился. В идеале вообще добегать до края комнаты. Да всегда надо до края бежать. Всегда. Иран, вставай давай. Да, у меня багло. Ну, по-русски же сказали, не заходите, вы, не выходите из тела. Ну вы, блядь, как слушаете? Просто. Я уже зашел. Сейчас, секунду. Тонкие мультики, да? Угу. Я съебашу по ним сейчас. Отцу на вилок вроде пишет. Процентов на 10 подняли ДПС. Там еще у Фокси пояс охуеть какой-то. Процентов на 10? Это 2000 есть. Чё-чё? Если не станет, до которого часа в игре? До 5.30. Бля, все равно не успеем, да, сегодня? Успеем. Если все нормально сделаем, то успеем. Так как сейчас, не будем бить калич, но успеем. Все, все, кто готов, забежали к печеньке. Паша на позицию. Готовность на пул. Вакати, Женька, Дексиона, Даня. Все. Переходы на первой секунде. Куда из Морски сейчас умрешь, под лицо не заходи. Скоро будет дебаф. Метеор. Чмыга Дима. Метеор, перебежали. Женя, выведи. 4%. 3. Нормально, не будет второго метеора. Паша, готов. Заходите раньше, не дойдите до кашника. Заходим. Я не тыкал сейчас на портал, почему мне принесло? Ты умер под солнцем. Потому что это... Ладно, потом. Короче, скоро. В Марухич выбеги, Вадим. Так, лезвие скоро. Милики. Печеньку, за печенькой. Паша, чуть прокрути. Милики, перебежали за печенькой. Сейчас умрёте, если кто-нибудь будет. Всё, кто шарит, как бить, бейте. Марсес, выбеги. Я его сразу доверну, чтоб лезвие справа было. Вот так. Хорошо, давай. Напоминаю, никто не выходит. Апокалипсис. Ярик. Хорошо, так держишь, молодец. Когда будет 100% материальности, с тебя будет зыба. Женя, ты выходишь и разворачиваешь на порталы там. Правильно. А все остальные выходят со спины, сбоку. После того, как Вакати выйдет. Слава ему еще зубы из морски выбеги. Да. Хорошо. Войт, выбеги. О.
дань отдать. На следующие лучи будем выходить после них. И готовьтесь. Женька, будь наготове. Паша, как закончится лучи, сразу же нажимаешь айсбан. Как выйдем, Бэр дашь определенно. Здесь кусто. Женя, готовься выходить. Я уже вышел внизу. Вышел, выходим, выходим, выходим. Нет, он не вышел. Женя, блядь, ну... Что, блядь? Что такое? Все, печеньку вышли, Геру дали. Выбеги, Марсес там во тьме. Маше, ВР дайте. Все выходите. Все, выбегай. Маше, отдай ВР по Капанилу. Скоро будет метеор. Выбегай. Блядь. Слава, короче, выбегай. Видишь, задись по себе и бегай. Падает метеор, приготовились. Перебежали в другую сторону. Изморский, отдай БР по Фокси, Лоу потрусовать ему. Им еще одну Геру. Все. Хуета. А ботинки топ. О, кстати, хапаловские. Ой, это. Если бы чуть-чуть ДПС было больше, он падает на 10%, на 15%, да. То есть он его даже добивать не нужно, просто чтобы ДПС был нужен. Бля, дерево перехилить пиздец тяжело на этом боссе. Ужас. Сосуня, что у тебя нет с микрофоном? Что у меня? У меня? Не, Сосуня. А, у меня так. Куда дальше летим? Как будто ты его в рот засунул. Так, ты, короче, этот... А не хочешь? Не, просто некому. Андрей, парень закончил школу. Целый месяц бухал. Сейчас голос будет, как ты думаешь? Да, хорошо, Паш, можешь идти. Ну, Федяки школу еще не закончил, не знаю. Да, кстати, на мультиках хороший, Федячка. Не только на мультиках. Ебашите боты. Так, у нас нет